чё, сука, не могут ёбаную Украину взять, блядь, пиздец, нахуй. Ебёмся с этой Украины уже хуеву тучу времени, нахуй. Месяц, блядь, уже больше месяца мы тут ебёмся, нахуй. Сука, они взять её не могут, нахуй. Путин вообще ишак ебаный, в смысле, блядь, конченый человек, нахуй. Тут уже, блядь, миллионы людей, нахуй, погибли, миллионы, нахуй. И он нихуя не делает, он, блядь, что-то переговоры, блядь, какие-то устраивает, еще что-то, нахуй. Пиздец, вот ёбнуто. И комбриг нам говорит, нахуй, вы домой вернетесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо, нахуй, от 7 до 12, нахуй, лет. Дезертиры. Почему это? Ну, вот так он и сказал, нахуй. Типа, либо мы все тут сдохнем, нахуй, либо, блядь, там, что-нибудь оторвет, нахуй, либо от 7 до 12 лет, нахуй. То, что дезертиры вы едите. Это вообще не слушайте их. Да вообще похуй, ну. Тут хули, бля, ну уже реально нахуй уже, сука, нервы сдают, нахуй. Тупо, бля, даже не то, что жалко себя там и еще кого-то. Пацанов, ебано, ихних родителей, когда ты каждый день видишь эти Уралы, нахуй, с 200-ми, нахуй. И думаешь, бля, ну заебись. Каждый день, блядь, не знаю, по 30 Уралов уезжает отсюда, нахуй. И всем похуй, все сидят, нахуй. У нас БТР уехал, нахуй. Я теперь, блядь, без хаты. Нашел, где жить, нахуй. Пошел, блядь, какую-то залупу залез, нахуй. Какую? Да, блядь, в машину заброшенную, хохлятку, нахуй. А куда они уехали? Ну, БТР, в смысле, все, увезли, не рабочие какие-то звонючие, нахуй. Короче, вообще я хуй знаю, как воевать надо, вся техника разъебанная, нахуй. Че, они ёбнулись, нахуй? Не знаю, нахуй. Может, реально отступим, нахуй. Сейчас, может, еще что-то. Души не ебу вообще, что происходит, нахуй. Там на нам ничего не говорят, нахуй, да и сами они толком не хватает, уже не знаю, нахуй. Короче, я, блядь, хуй знаю. Да в такое время, мне кажется, никто ничего не знает определенного. Кто вообще говорит до августа, нахуй? Да ебайтесь, нахуй, еще, блядь, столько тут, нахуй, сидеть. Мама сегодня рассказывала, что по телеку показывали какую-то шаманку, и она в 20-м году вот говорила, что будет война с Украиной, что она продлится недолго, до 13 апреля. До 13 апреля?